Арматура здесь, здесь ее нету. Арматура там и арматура здесь. В общем, вот так получилось. Ну, немножко все равно углубил и как смог, так и сделал. Думал, ну что делать? Здесь ниже отпустил, получилось, а здесь тоже ниже сделал. Ну, в общем, не знаю, как получится. Но крепить-то как-то надо. Хоть на одну и то можно закрепить. Теперь, перед тем, как устанавливать эту мойку, я вот здесь вот откручиваю. Потом будет неудобно. Так, резиновое колечко в хорошем состоянии. И теперь вот эту надо открутить. Значит, вот эти две резиновые прокладки убрать. Там какая-то пустота. Это резиновая, даже не пойму. Она там просто держаться не будет. Вы представляете, она просто проваливаться будет и все. Здесь не сплошняком сделано. А есть их. Сделать вот так. Тут, наверное, вот так и было сделано. То есть резиновое кольцо не работает. А резиновая прокладка работает. Скорее всего, вот так оно и было сделано. Теперь через кольцо нужно установить. Вот таким вот образом. Чтобы не налететь, по 10 раз не откручивать. То есть вот, да, резиновое кольцо еще. Так, резиновое кольцо. Далее. Так, вот так пойдет, да? Вот так. И ёлки-палки. Неправильно сделал. Вот так и вот так. Вот как. Резиновое кольцо. И все. Опять держать надо. Перед, где зад, надписи тут никакой нету, вроде как симметрично, любое положение можно установить. Так, с линями. Губки подточил и работаю с этими вот губками постоянно. Теперь бумажки мне надоели здесь.
Все. Приготовил. Вроде зацеп есть. Ну, просто прекрасный и держится хорошо. Главное, зацеп есть. Тут бесполезной резьбы не хватает. Бесполезно. В общем, мучился. И толку никакого. Вот единственное, вот это вот будет держать. Уже как оно есть, так и есть. Еле-еле, вот представляете. Ну, получилось. Теперь нужно вот эту вот подводку вот таким вот образом. Сначала ее вот так сделать. Потом крутить вот так. И вот так получается. Тумбу, раковину выровнял, закрепил. Здесь сделал подсоединение. Теперь перехожу на эту сторону, отрезал вот эту трубу. Сейчас начну пайку. Вот таким вот образом. Вот так. Все, только сейчас могу отключить. Как только это сделал, теперь перехожу на подключение стиральной машины, потому что здесь уже открыто. Если я открою кран стояка горячей воды, это будет не очень-то хорошо. Прокладка здесь есть. Отлично. Так, если бы я эту работу сделал, то мне надо переходить на вот этот душ. На вот эту лейку переходить. Нужно ее вот здесь вот
закрепить. Вот здесь находится электрический провод, как бы не попасть в него. Вот этим я сейчас буду заниматься. Пока есть время, можно еще пошуметь. Два отверстия, я думаю, страшно ничего не будет. Ни для кого, ни для меня. Установил нивелир и луч, проходящий через центра этих отверстий. Получилась середина. Теперь мне нужно найти, как закрепить. То есть беру вот эту штуковину и для себя определяю. Конечно, у молодой хозяйки этой квартиры рост не такой, как у меня, но я постараюсь сделать так, чтобы было нормально. То есть вот так вот я сделаю. И для себя определю 1,15 м. То есть 1,15 м беру. Беру от ванны. И сейчас буду наблюдать. Вот 1,15 м приблизительно вот здесь. Что такое 1,15 м? То вот то будет. Ну это очень будет высоко, придется встать. Никуда не денешься. Разве так оно есть? Да, хоть ты лопни. Если хозяйка вот под это, вот по этому отверстию берем. Вот. Ну, как оно есть, так оно есть. Вот так, 1,15 м. Хоть ты лопни. Встанешь и будешь мыться. Ну, что-то мне как-то не нравится. Такая высота, это обалдеть можно. Нужно поменьше-то. И пониже. У нас, конечно, не так получилось. И теперь нужно повернуть, чуть-чуть пониже опущу. Слишком долго. Еле закрутил, так плотно. Куда это все пошло? Так, установить. Что-то тут еще было. Вот.
Не так. Так надо. Четко посередине. Вот эти вот лунки вот такие.